Приветствую вас. Первое, что хочется сказать, это то, что ничего побаловать не нужно. Дело в том, что ваши чувства – это сигнал. Сигнал о том, что в вашей жизни что-то не так. Сигнал о том, что в своей жизни, в своей деятельности, в своих поступках, в своем поведении, может быть, вы руководствуетесь немножечко не тем, чем нужно. А именно, вы руководствуетесь не желаниями человека, не его потребностями, что в норме, а своими желаниями и своими потребностями. Что, в общем-то, тоже норма, только вы неправильно выбрали способ. Неправильно выбрали способ удовлетворения этой потребности своей. В норме эту потребность удовлетворяет человек самостоятельно. Путем анализа своих чувств, понимания того, чего он хочет, что ему нужно и так далее. Вот. Это в норме. У вас ситуация такова, что вы этого не делаете, Вот. А вместо этого пытаетесь реализовать свои желания через другого человека. Через мужчину в данном случае. Ну и давайте подумаем, что заставляет вас поступать именно так? Что заставляет вас стремиться к мужчинам или к мужчине и просить, например, у него, у мужчины помощь? Что заставляет и самое главное, зачем? Чего вам-то не хватает, вам самой, вот когда вы одна, вы чувствуете себя ненужной, да, вы чувствуете себя ненужной, а вы сами себе нужны? Не потому ли вы чувствуете себя ненужной, что вы сами себе не нужны? Не потому ли вы чувствуете себя ненужными, что сами к себе относитесь, довольно обесценивающе? А так обычно и бывает. Вы идеализируете других, в частности, идеализируете, например, мужчину, его значение для вас. Вот. Вы идеализируете данного человека. Почему? Потому что обесцениваете себя. Потому что не принимаете себя. А раз вы не принимаете себя, то, соответственно, естественно, что вы не можете принять и другого человека. Желания другого человека, потребности другого человека. Вот это все вы принять не можете, потому что не принимаете себя.
И отсюда вопрос. Что вы в себе не принимаете? Почему вы это в себе не принимаете? Почему вы считаете, что у вас чего-то не должно быть или у вас чего-то нет? Понимаете? Вот если, например, человек говорит, что я вот не такой, да, я там, я плохой, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это установка к идеализации. То есть вы как бы говорите, что я должна быть идеальной, но я не дотягиваю до идеала. Вот. Могут быть и иные установки, но суть в том, что вы считаете себя нецелостной. Суть в том, что вы считаете себя неполноценной. Без кого-то рядом. Без мужчины рядом. Без мужчины рядом. Вы считаете себя неполноценным. И вот как бы нужно подумать, что именно-то вам не хватает в себе тогда, если вы не чувствуете себя полноценным. Что именно вам не хватает в себе? Что вы пытаетесь этого достичь за счет других людей, за счет других, ну, за счет мужчин, например. Тут нужно работать с восприятием себя. То есть именно вот работать с тем, как вы себя видите, значит, почему вы видите себя именно так, а не иначе, например, и менять свои представления о себе. То есть для начала составьте список качеств своих, которые вы считаете положительными. И обязательно проаргументируйте их. Потом составьте такой же список качеств, но уже отрицательных. И тоже обязательно проаргументируйте. Почему? Потом, напротив каждого качества, вам нужно, напротив каждого качества, как положительного, так и отрицательного, вам нужно будет написать его обратную сторону. Противоположную сторону. То есть, если вы считаете, например, что вы, ну, допустим, вы вспыльчивы, если вы считаете, что вы вспыльчивы, например, то нужно, чтобы вы нашли качество, такую свою характеристику, которая была бы противоположностью, значит, вот, вспыльчивости. И так совсем, со всеми своими качествами. Когда у вас будут собраны пары, то есть все пары качеств будут собраны, обязательно дайте название вот этим парам,
одним словом. То есть, например, вспыльчивость, да, та же вспыльчивость, например, эмоциональность, да, искренность. Вспыльчивость, искренность. То есть, если я вспыльчив, я искренен. Вот. Одним словом, как это будет называться? Без плохо или хорошо. Знаете, сам термин плохо или хорошо является, ну, не совсем верным. В психологии нет такого понятия, как плохо или хорошо. В психологии есть понятие достаточно, недостаточно, вовремя или не вовремя. Вот и все. То есть нет такой вот субъективной оценки, что вот именно это является там чем-то плохим. Или это является чем-то хорошим. Да нет. В каждом конкретном случае может быть по-разному. В каждом конкретном случае может быть свой индивидуальный окрас. Если вы, например, не вовремя вспылили, именно не вовремя вспылили, то это может быть плохо воспринято вашим, например, партнером, да? Но если вы вспылили, как бы, ну, когда это было нужно, то есть вовремя, если вы вовремя это сделали, то вы же понимаете, что будет воспринято только хорошо. То есть все зависит от конкретной ситуации, все зависит от конкретного момента, а вам нужно сформировать, ну, скажем так, более, как бы, более объективные, скажем так, более объективные понятие восприятия себя. Вот. То есть перестать считать себя какой-то плохой обязательно. Перестать считать себя какой-то негативной где-то в чем-то, да? Все это оценка других людей. А оценка других людей в любом случае всегда является объективной. То есть прислушиваться к ней, к этой оценке, можно, ну, поскольку, потому что она, эта оценка, она всегда эмоционально окрашена другими людьми. Когда вы начнете себя принимать, когда и если вы начнете себя принимать, то вы начнете принимать и свои желания, и свои потребности. Вы будете говорить «я хочу себе», то есть вы будете говорить, не будете говорить «я хочу, например, увидеться с тобой», да? Вот. А вы будете говорить «я хочу там, например, допустим, там, что-то для тебя сделать, например. Или я хочу там побыть с тобой, чтобы там, ну, сделать тебе приятно, или что-то еще. Вот. Но сперва нужно привести в гармонию себя. В некий такой единый тандем. Да, то есть вы же не должны вредить себе, правильно? Вы же должны как бы себе помогать, вы же должны как бы на пользу действовать себе на пользу, а вы действуете, как мне кажется, пока что вы действуете себе во вред. И это, опять же, понятно, потому что у вас нет
возможность не действовать иначе. Потому что вы считаете, что где-то что-то у вас недостаточно. Самооценка занижена, да, неуверенность в себе есть. Вот. Кстати говоря, уверенности. Если мы говорим о уверенности в себе, то здесь нужно опять же смотреть, где и в чем, как я не уверен в себе, например, что я могу сделать для того, чтобы быть более уверенным. Ведь понимаете как? Неуверенность — это что? Неуверенность — это неопределенность. Именно неопределенность. Вот я не знаю, могу ли я, не могу. Я не знаю, там, допустим, смогу ли я или не смогу. Я не знаю, у меня нет этих данных. А что нужно, чтобы были? Что нужно, чтобы данные были? А чтобы данные были, нужно пробовать. Нужно пробовать заниматься чем-то, нужно пробовать что-то делать. Но опять же, если вы будете это делать спонтанно, если вы не будете там планировать, если вы не будете анализировать свои возможности, да, средства, условия, требования, если вы не будете, исходя из этих показателей, ставить себе цели адекватные. Заметьте, именно адекватные цели. Цели в любом случае должны быть адекватными. Адекватная цель – это залог успеха вашего. Потому что поставили цель правильно и смогли ее достичь. Цель поставили неправильно, не достигли, либо впали в фрустрацию, да, то есть состояние переживания относительно того, что я не смогла сделать то, что мне нужно. Либо стали думать о себе плохо, хуже. Вот. И других вариантов как бы нет. Поэтому правильно. Адекватное построение целей – это залог успеха и залог повышения уверенности в себе. Четкое знание своих возможностей, четкое знание того, что можете вы, на что вы способны, и принесет вам по итогу уверенность в себе. И вы уже не будете ее испытывать. Кроме того, смотрите, одиночество, да, это вынужденное состояние, когда человек хочет быть один, и он один. Когда человек не хочет, он тоже один. Это вынужденное состояние. Нам нужно с вами из вынужденного состояния сделать, скажем так, желанное состояние. То есть сделать так, чтобы состояние ваше одиночество из одиночества превратилось, грубо говоря, в уединение. Из одного состояния в другое состояние. Вот.
И, собственно говоря, тогда вы перестанете бежать от этого состояния. А чтобы перестать убегать, нужно увидеть пользу. Нужно увидеть пользу от этого состояния. От состояния уединения. То есть, как бы я могла, грубо говоря, да, как бы я могла использовать свое состояние одиночества, если я уже в нем. Вот. Как бы я могла его, там, например, ну, я не знаю, реализовать, допустим. На что бы я могла его потратить? Как бы я могла использовать его? Ну, вот. Для этого, опять же, прислушивайтесь к своим желаниям. Нужно принимать себя. Для этого нужно принимать не только себя, свои качества, но и свои желания. Без принятия желаний, понятно, никак не получится. Ну, не будет ничего, не будет дела. Вот. Понимаете? И вот однажды вы заметите, что когда вы не одна, когда вы с кем-то, вы не принадлежите себе, по сути дела. И вы много раз подумаете, прежде чем нарушить вот это вот состояние. Подумайте, а надо оно мне вообще? Надо мне вообще выходить из уединения? Если я выхожу из него, из этого состояния, да, из состояния уединения, то ради чего я выхожу? Чего я ожидаю, чего я хотела бы получить, например. Или ради чего, просто ради чего я это делаю. Я точно знаю, что мне самой ничего не надо, да, лично мне ничего не надо. Я это делаю, там, допустим, ну, я не знаю, там, для кого-то, да, например, для любимого человека. Правильная это позиция? Более здоровая позиция. Более здоровая позиция. И вот ей, этой более здоровой позиции, и нужно руководство. А пока вы зависимы от своего молодого человека. И по большому счету, вы зависимы от любого, кто вам может дать то, чего вы хотите. Потому что у вас-то, у самой этого же нет, правильно? Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!